Привет-привет, мальчики, девочки. Всем большой привет. Мы вышли на прогулочку. Сейчас погуляем немножко, посмотрим окрестности, что там да как. Ребят, мы сейчас с вами пойдем к Айке, вот, и посмотрим, что там около Айки. Я читал, что около Айки какая-то выставка, выставка картин. И я там смотрел, там довольно-таки большие картины стоят на воздухе. Сейчас пойдем, походим, посмотрим и будем дальше идти гулять. Вот смотрите, вот здесь вот что-то заброшенное, я так предполагаю, или это рабочая подстанция, или это заброшенная подстанция. Но почему-то у меня такое чувство, что это рабочая подстанция, и она вообще в ужасном состоянии. А почему такое чувство? Потому что, вот смотрите, провода идут куда-то, ну и идут в сторону гаражей, и по всей видимости от этой подстанции питаются гаражи. А вот здесь вот дом, ребят, снизу вообще в ужасном состоянии. Я не знаю, видно, его недокрасили или еще что-то. Ну, такое чувство, как будто, знаете, верх покрасили, а низ просто так забыли покрасить. Или просто не хватило краски. Ну, это печально на самом деле. Выкрасили весь дом, а низ не покрасили. Вот посмотрите, я не вру вам. Вот смотрите, дом покрасили. Вот, дом покрасили. Он довольно-таки неплохо выглядит. Хотя, видно, краска какая-то дешевая, потому что она уже облупляется, эта вся краска. Вот, а низ в этом доме не покрасили. Но я черт его знает, может быть, перенесли на другой год. Все, ребят, потихонечку иду. А вот, погода, мне кажется, портится. Серьезно, я вам говорю, реально. А вот, ну, я надеюсь, я не попаду под такой прям конкретный ливень. А вот, если я под ливень попаду, ну, это просто жесть какая-то будет. Я не успею добежать до дома, весь промокну. Сейчас мы на территории Айки поснимаем немножко, ну, и посмотрим, что там да как. Ух ты! Нифига себе! Опа! О! Опа! Вот это жесть вообще! Опа! Да, классно! Круто! Да, ребят, надо, короче, в обществе культивировать спорт. Это однозначно, потому что без спорта, ну, блин, ребят, вообще никуда. Вы знаете, если не будет спорта у нас в стране, то наше общество, оно станет еще больше депрессивное. Вот. А если будет спорт, если это будет культивировано, если это будет прошито в подкорке у нас, у наших детей и у наших потомков, то наши дети и наши потомки будут более счастливые на самом деле. Вот, ребят, наконец-то мы приближаемся к этой выставке. Вот, шли. Наверное, я не знаю, я, наверное, час или полтора сюда шел. Вот, к этой выставке. И сейчас я вам поснимаю эту выставку. Но, вы знаете, вот я вам смотрю, там уже вижу картины. В принципе, ничего, так прикольно. Ну, надеюсь, это... Знаете, не компьютерная графика. Надеюсь, это все-таки рисовали. Потому что если это компьютерная графика, ну, тогда это, ну, просто стрём. Вот реально. Ну и сейчас подойдем и посмотрим. Вот, ребят, значит, приближаемся к этой выставке. Называется The World in Face. Мир лиц, если так переводить. И тут, смотрите, тут довольно-таки очень много картин. Офигеть можно, да? Ну, прикольно, прикольно. Я думал, конечно, на ночь это все будут убирать. А я так думаю, это ничего не убирает. Вот смотрите, The World in Face. Вот вообще прикольно. Давайте глянем, посмотрим, что здесь за картины.
Ну, я не знаю, честно говоря, рисованы эти картины или нет, но такое чувство, как будто они не рисованные. Такое чувство, как будто компьютерная графика. Вот, смотрите, вот тут женщина. Ага. Красиво как, да? Вообще здорово. Не, это все-таки фотография, наверное. Однозначно фотографии. Угу. Так, ну что, пойдем дальше. Ага, прикольно. Вообще здорово. Классненько. Так, а здесь что у нас? Вообще прикольно. Ага. А вот этот мальчик какой-то грустный вообще. Какая-то грусть, печаль у него на лице. Пойдемте дальше. А вон, смотрите, а здесь вот, по всей видимости, бабушка и внучка. Это однозначно. Потому что, смотрите, похоже. Угу. Здорово. Вот это прикольно, мне нравится. Вообще классно. А здесь вот какая-то собачка, что ли? Ага. Ну все, пойдемте дальше. Вон, смотрите. Ну, вообще классно. Вообще здорово. Ну, это наша зимняя тема. Ну. А вот это у нас, значит, тоже бабушка с внучкой. Бабушка еще грустная какая-то, а внучка такая повеселее немножечко. Хотя, да, повеселее. А вот это вообще девушка веселая. И здесь вот, смотрите, младенец, короче, у нее. Ну, вообще классно. Здорово. Вообще прикольно. Слушайте, я тут запарюсь ходить. Но обойду все. Все посмотрю. О, слушайте, вот это вообще классно. Мне вообще очень нравится. И вот это вот классно тоже. Блин, вообще потрясающе. Ой, слушай, а там дедушка, он, смотрите, без зуба какой-то. Или с зубами. Не, с зубами. Давайте развернемся и посмотрим. Ну, вообще, видно, профессиональные фотографы делали это все. Потому что, ну, фотографии вообще потрясающие. И это кто курировал? Норильский Никель, это однозначно. Ну вот, вообще, Норильский Никель молодец. Норильский Никель меня все больше и больше радует с каждым годом. Еще бы газ перекрыли бы, и было бы вообще счастье мне. А вот потому что, ну, газ, ну, это, ребята, это просто жесть какая-то. Вот, вообще. Смотрите, а вот эта вот барышня вообще веселая такая. Вообще классненько. Здорово вообще. Позитив стопроцентный. Да, вот, ребята, вот это Айка наша. А вот это центральный вход. О, нифига себе, ребят. Это что такое? Смотрите. Вообще зачетно. Это прям какое-то средневековье бородатое. Вот. Ну, и тут так попроще. Попроще это наши местные жители. Ну все, погнали дальше. Вон, смотрите, вот это классно тоже. Да здесь, я вам скажу, вообще все классное. Вообще прикольная выставка. Мне очень нравится. Ой, смотрите, смотрите, волчара какой. Вообще, здорово. Слушайте, глаза у него прям голубые-голубые. Слушайте, он как будто оборотень какой-то. Да. Ну, это бабушка какая-то, да. Слушайте, вообще потрясающе. Блин, здорово. Так, ладно, пойдемте дальше. Так, главное не упасть. Угу. А вот это наш Мишка, смотрите. Вообще классный медведь. Вообще здоровский. Так, ну мы сюда пришли не на медведя смотреть. На медведя мы уже смотрели. Давайте посмотрим на картины. Ну, это не совсем картины, это больше фотоработы. Потрясающе. Вот этот малыш, он вообще очень-очень классный. Здоровский. Так. Пойдемте теперь на эту половину. Мы одну половину с вами прошли. Теперь давайте на другую половину. Вон, смотрите, вообще здорово, да? Слушайте, вообще потрясающе. Особенно вот это вот мне слева, которое вообще нравится. Ну, девочка, это понятно, девочка, красотка. А, вот. Ну, эту девочку наверняка Ленка зовут. Это однозначно. Так, все, пойдемте дальше.
Ух ты, нифига себе, вообще классно. Слушайте, вообще здорово, блин. Потрясающе, да? Обязательно сходите сюда. Я, честно говоря, не знаю, сколько эта выставка будет еще длиться. Вот, но сходите обязательно. Потому что выставка вообще потрясная, ребят. Слушайте, вообще здорово. Классненько, классно, ребят. Так, ладно, погнали дальше. Так, что здесь у нас? Ой, блин. Ребята, смотрите, какие фотки. Слушайте, это вообще фотки точно профессионалы делали. Это не какие-то там любители. Посмотрите, как свет поставлен. Свет вообще здоровско поставлен. Да. Так, ладно, погнали. Ой, слушайте, вот эта барышня тоже ничего так. Красотка. Точно Ленка зовут. Картин очень много, ребята, очень много картин. Так, ладно, пойдемте дальше. Давайте посмотрим. Вон, смотрите, здорово как. Вообще классненько. А тут вот этого дедушку увидишь ночью. Вообще, мне кажется, обосрешься. Так, ладно, давайте. О, вот это прикольно, тоже классно. У него какая-то шапка из косули, что ли? Ну да, по ходу дела. Вот этот парень тоже прикольный. Здоровский. Угу. Так, ладно, погнали. Ну, тут пошла Индия. Мне когда-то в детстве Индия очень нравилась. Ну, вот, смотрите, классно как. Вообще. Но это не Ленка, это однозначно. Это какая-нибудь Наташка. Так, о. Ой, слушайте, ну вот это вообще какой-то абориген. Вот этот. Вообще здорово. Классно. Так, ладно. Погнали дальше. Ну, я так понял, это со всего мира. Фотографии. Ну и фотографии одного фотографа. Угу. Потому что вот тут написано фотопроект Александра Химушина. Ага. Прикольно. Да, это все фотографии Александра Химушина. Вообще, молодец. Слушайте, потрясающе. Ну, я не знаю, сколько это все стоило на Норильском никелю, но оно действительно стоило того. Так, погнали дальше. О, ну тут начинается жесть, ребят. Вон, смотрите, это просто какой-то жестяк. Офигеть можно. Ну, вот это вот вообще, вот это самый жесткий жестяк. Так, ладно, пойдемте дальше. Вот здесь вот что у нас. Ну, это бабушка счастливая. Ну, вообще класс. Ну, это какой-то монгол, мужик. Угу, да, монгол, я угадал. Ну и все, мы закончили. Прошли, короче, выставку всю. И тут красивая девочка. Вообще потрясающе. Мир в лицах. World of Face. Ребят, ну короче, посмотрела выставку. Действительно прикольно, мне понравилось. Обязательно сходите, посмотрите. Ну, здорово вообще. Вы знаете, есть такие фотоработы вообще потрясающие. Они такие красочные, интересные, жизнерадостные, жизнеутверждающие. Ну, мне понравилось. Ребята, эта выставка находится на территории Айки. Да. Если будет у вас время, обязательно сходите. Вот. Я думаю, вам зайдет однозначно. А на этом мы заканчиваем наш видосик. Вот. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.